У нас сегодня обзор ИК паяльной станции ThermoPro. Станция нужна нам для пайки БГА компонентов, так как при помощи обычных паяльника и фена не то что это трудно, некоторые компоненты невозможно вообще заменить. В состав входит нижний подогрев. Он у нас состоит из двух частей. Также у нас здесь верхний подогрев. Здесь у нас есть такой лазер для прицеливания на элемент, который мы будем паять. В комплекте со станцией у нас есть такой термодатчик и два блока управления. Также эта станция управляется с компьютера. Там есть своя программа. Она полностью автоматически контролирует температуру пайки. Термодатчик у нас нужен для того, чтобы контролировать температуру непосредственно на самой плате, так как сама плата она обладает большой теплоемкостью. Нам необходимо точно проконтролировать разогрев самой платы. Для наших клиентов компонентный ремонт выгоден тем, что он будет всегда дешевле, чем замена всей платы.